Кажется, египтяне уже скоро выбросят из головы все свои рыбные проблемы. С помощью разведки нам удалось найти базу, на которой скрывается лидер террористов, требующих замены рыбы в морях. Его подпольная кличка — Буратино. Это страшный человек. Ведь Буратино — это антропоморфный дендромутант, о котором было написано немало жутких книг. Разведка очень долго искала этого египетского маньяка. Евлампий, ты должен найти в горах базу Буратино, которая проходит под кодовым названием «Объект Домик Карла», и захватить террориста. Высадка будет произведена к юго-востоку от объекта. Леса и каньоны помогут тебе подобраться к нему незаметно. Гюльчатай займет позицию к западу от объекта и расчистит вход от сумасшедших египтян. Как только окажешься на базе, немедленно зачисти казармы. Гюльчатай присоединится к тебе во время штурма командного центра. После того, как Гюльчатай разберется со своей целью, а ты произведешь зачистку, между командным центром и казармами приземлится наш вертолет. Помни, что Буратино нужен нам живым. Дрова можешь оставить себе. Прапор, высадка твоих орлов и орлиц завершена. Пора заняться делом. Помните, главный злодей нам нужен живым. Понял. Наш объект неплохо охраняет. Мы уже обнаружили в этом районе несколько патрулей. Будем осторожными. Первым делом нужно зачистить казармы. Мое любимое занятие. Уже иду. Кто ж там есть? Буратино, судя по всему, сидит в командном центре. Я найду дендромутанта. В здании нужно соблюдать предельную осторожность. Это Гюльчатай. Я на месте. Понял.
Я внутри здания. Не стреляйте в меня! У меня тут есть кое-кто! Угадай, как зовут этого Буратино? Отличная работа. Вертушка уже вылетела.